Всем привет, дорогие зрители! Хочу познакомить вас с мебельным магазином в Аланье, который находится недалеко от торгового центра Аланиум. Этот мебельный магазин находится около банка Kuwait Turk и Garanti Bank. Называется La Viva Мебель. La Viva. La Vivito. Так, вот такой у нас вход. Покажем в этой стороне, что у нас есть. Здесь, кажется, у них это дорогая как-то цена, не знаю. Цены написаны на мебель. А, вот. Лофт масса. 10900 лир. Консоль. Вот эта консоль стоит 7200 лир, дорогие зрители. Скидочка, возможно, будет. Но добавочную скидочку вам дадут, если вы используете промокод мистер Агасси. Вот этот стол стоит сколько там? 10900 лир. Во. Никакие интересные статуэточки. Так. Угу. 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 Мебель. Значит, весь комплект стоит 18900 лир. Вот этот комплект. Угу. Так. Армада. Я так вот осу, так и мы. Весь комплект армада стоит 22200 лир. Это цены на сегодняшний день. Сегодня 17 ноября. Ага. Так, время съемка увидели. 17-16. Так, этот комплект Милано. Розовая Милано, оказывается. Кстати, похож на логотип нашего канала. Мне надо в офис такой купить. Как, 22 900 тысяч турецких лир. Так. Ох, какая мебель. Стопы. Закрывайся. Чистое дерево. Мариза Емекиудасы. Это вот этот комплект. 24750 лир. Только для телевизора шкафчик у нас стоит 6400 лир. Стол 5500. О, подождите, это консоль считается. Угу. Сандалия, это стулья, консоль, айналы. А вот консоль вот это 6250 лир. А для телевизора вот он. Вот. Угу. Вернем на место. Так. Три в одном. Пако Честер Колтук Такама. Диван. Берджер, вот это кресло. Кресло стоит 2750 лир. Весь комплект 18600. Ну, сами придете, посмотрите. Что я вам цены. Цены просто показываю, что примерно. О, это кайфовый весь. Ложишься. Жик-жик там снизу массажизирует. Так. Ох, какая красивая. Такая. Я люблю зеленый цвет. Природы с черным серым. Шмяшка. Угу. Цена шмяшки 19550 лир. Комплект. Без шкафа для этого. ТВ Унитэ. Называют ТВ Унитэ. 8740 лир. Шкафчики вот эти. Открытый шкафчик стоит 1050 лир. Капак В модуль. 1000 лир. Alt модуль. А, вот этот стоит 1090 лир. Ну, что-то такое, что... Как он? Только вот это стоит 1090 лир. Дальше показал вам этот
в магазин, придете сами, посмотрите. Поднимусь я на верхний этаж сейчас. Вот такой камин тут электронный. Можно яичку пожарить там. Шпокчик-пык. Так. Сейчас что-нибудь здесь сломаю я. На память осталось. Так. Вот кухонная мебель тут. Стольчики, стульчики. Допустим, вот эта мебель маленькая. 6560 лир. Стол 3360 лир. Эти стульчики 800 лир. 4 штук 3200 лир. Это, кажется, открывашка. Закрывашка. 6480 лир. Это тоже открывашка, так закрывашка. Сломаю что-нибудь. Тоже с двух сторон открывается. 6360 лир. Ну, маленький. А, он открываленький. Понятно. Султан называется. 4200 лир. А что там было? А здесь другая цена, не понял. Эдики спрятали. Это старая цена, наверное. Это что такое? Может быть, перепутали? Значит, разберете сами. Можете верхнюю показать и купить. Нижнюю не надо показывать цену. Вы в плюсе будете. Так. Ого. Шпок. Спасибо. 8400 лир. Вот такое деревянное. Извиняюсь за звуки. Так. Так. Матрас. Комплект. База. И этот 5000 лир. Вот это. Нет, вот нижний. А 3600 лир только матрас стоит. Матрас фирмы Sweet Dream какой-то. Здесь ничего не показывает. Комплект стоит 9100 лир, вот этот комплект. Цены что-то идут все вверх и вверх. О, зеленая мебель. То есть кровать зеленая. А вот цена такая. А вот. 11495 лир. Престиж. О, Престиж. У нас тоже фирма называется Престиж. Ну все. Ах, прекрасно. Престиж Парадайз. А, на мне. Так. Материал такой интересный. Угу. Ее цена. 10 010 лир. Я так означает это матрас. Как раз изучите турецкий. 3520 лир это вот это. Башлык это голова. То есть вот эта часть. База это вот эта нижняя часть. База 6490 лир. На одного человека 3630 лир. Вот. Так. Вот 7700 лир. Есть и бюджетный вариант у них. Есть магазины подешевле. Надо искать. Ну, модели у всех разные. Здесь вот такие модели. Кому что понравится. 8910 лир. Я за то, чтобы все ходили, искали по несколько магазинов. Сюда тоже можете зайти посмотреть. Магазинов много по улице, вот именно в сторону торгового центра Аланиум. Угу. 7810 лир. Так. Поднимемся наверх. Оттуда меня выкинут, наверное, вниз.
сейчас посмотрим. Да, я так и знал. Селяму не лечь. Ты чавелиром, да? Кажется, меня здесь. Юст как-то давай мы все, да? Там. А, вот самая интересная часть. Это магазина. Начну я с той стороны. Кажется, тут допоздна осталось. Вот такой комплект. Сколько стоит? 18 тысяч лир. Гардероб, комедин, шифонер с зеркальцем. 18 тысяч лир. Вот эта штучка, это... Потом это... А это... Я так вот... А, комплект написано. Эзель, я так ода, си, так и мы. 18 тысяч лир это. О. Теперь дальше. Этот комплект, посмотрим, сколько стоит. 12 500 лир. Гардероб, комедин, шифонер и этот кровать вместе с матрасом. 12 500 лир. Это. У нас стол стоит 5 700 лир вместе со стулем. Здесь 4 стула, кажется, одно кто-то взял с собой в туалет. Так, у нас здесь диваны, кресла. Цена этого комплекта 14 300 лир. Наверное, он открывается. Этот не открывается, но здесь механическая. Наверное, вот так назад открывается. Прямо. 14 300 лир. Мы это видели. Так. Открыли ролик. Бесплатно посмотрели. Не надо никуда не идти. Если что-то понравилось, приходите, покупайте, кайфуйте. Бесплатная съемка. Агасида трудится, снимает ролики. А те, кто смотрит, даже лайк не нажмут, там комментарий не напишут. Спасибо большое, кто меня услышал. Кто сразу написал и поставил лайк. Спасибо. Так. Здесь меди. Цена где? 15 900 лир. Мелисса Масса, консоль Мелисса, Мелисса для телевизора, шкафчик, вот это все. Консоль, все на месте. Также мы можем вместе прийти, я вам помогу с этим переводом, если переводчик. Там девушка есть, кто на русском разговаривает, она вам поможет, она все лучше знает, чем жи, я. Какой кайф. Моей дочке понравится. Гуй-гуй, пусти нравится. 18 900. Все, нашел. Извините. Извиняюсь. Очень извиняюсь. 18 900 лир стоит вот этот бело-черный комплект. Сели, выдернули там, что надо, и ушли. Так. Там этот, вот эта модель что-то мне не по душе. Так, не буду ее снимать. Стульчики какие-то интересные. Сейчас аквариум упадет. Табуретки, так. Быстренько покажу. 11 500 лет вот эта модель. Вот это все. Лего. Лего-го называется. Стоит 13 000 лет. С пуфиком.
Ага, такой боковой, угловой. 11500 лир. А, тоже красивая такая, интересная здесь, что у нас. 13700 лир. Стиль угловой комплект называется. Стиль чушетаком. Мяшка, мяшка, вот тоже интересно. Какой-то материал. Там как назывался? Так, вот под любой заказ цвета. Так, 9600 лир. Элит называется комплект. Элитный комплект такой. Интересный комплект тоже здесь. Так, 12900 лир. Наверное, это тоже включено в это. Вот, заказ можете вот, любые цвета, любой материал выбрать. Такой материал, такой материал. Так. Потом я сниму как-нибудь другой магазин мебельный. Найду время, отсниму для моих зрителей дорогих. Так, во, кому-то вдруг нужно в угол там что-то сделать, чтобы побольше там, видите, как расстояние большому человеку, большое вот место. И сколько это стоит большому человеку? 12500 лир. Боно. Это комплект стоит 11500 лир. Знаешь, кожа какая-то. И, дорогие зрители, здесь вот такой на двоих 5800 лир диванчик такой. Тоже вот коричневый такой красивый. 18000 лир. Это мини, маленькая такая, 4750 лир. Все, вроде магазин нет, не осталось. Так, как с ними? Так, сядем здесь. Дорогие зрители, приходите, смотрите, щупайте, кусайте, покупайте. Если вы используете там цену, спросите, посмотрите, в конце скажите от мистера Агаси, будет еще нам скидка, возможно, они вам что-то еще сделают. Поговорите. Всем пока-пока.